впечатления по игре, такой футбольный триллер получился, все было, и пенальти и не забили, и мяч незащитный. Как с поля смотрелась игра? Ну, наверное, сказать, что начали, наверное, чуть скованно, потом вроде в игру вошли. Ну, нормальная игра, интересная, считаю, получилась. Скоростя были, ну, выше среднего, наверное. Ну, ветер пропустили, потом отыгрались, потом повезло, ветер забили, нам тоже гол не засчитали. Считаю, в этот момент надо было переламывать игру и вырывать победу. Ну, чуть не повезло. Команда очень прибавляется с каждой игрой, и видите сами условия, сейчас все есть для дубля, и поле, и форма. Ну, я игрой доволен, но, конечно, обидно, что проиграли. Как ты себя чувствуешь, как на 90 минут уже готов? Ну, наверное, скорее всего, в чемпионате ФНЛ не готов еще на 90 минут, но тут, в принципе, выдерживает. Ты на себя роль лидера, так скажем, примеряешь и стараешься за собой вести команду? Ну, не то чтобы роль лидера, просто потом, ну, такой деловой подсказ, ничего больше. То есть, просто право, лево, ничего особенного. Ну, где-то подбодрить ребят. Меня за что-то подбодрило, я бы. Так, впечатление, конечно, обидно, что, очень обидно, что проиграли, надо было сегодня вырывать победу. И дальше. Ну, ничего, дальше двигаться. Дальше.